Короче, ну вот, что люди злые пишут нам. Темная личность пишет. Накрашенная вобла с наколотыми губищами. Это вы или я? Мне кажется, вы. Вы на воблу больше похожи. Добрый человек. Смотрим только ради Кристины. Без вас было бы не экшен. Хелен Сисиков пишет. Где она красивая, эта сухая бабища? Без сисек и жопы. Слышь ты, Хелен Сисиков. Посмотри сам на себя. Жирный, небритый, бородатый. Этот, как это, диванный резонер. А может он наоборот мачо? Сними с себя мамину кофту, иди отстирай от застывшего смузи. А! Тьфу, блин. Сухая бабища. Так, Валентин Клинч. Как он заступается за меня, прям Валентин такой рыцарь. Клинч пишет. Я не знаю, может со мной что-то не то, но как по мне Сисикова не очень, да. Зубы как у Бакси Бани. Это кролик такой? Бакс Бани, да, кролик. Губы перекачаны, прическа ей не идет, она ее делает головастиком. А главное, умом не блещет. А Шеремету спасибо за канал. Нам с женой очень нравится. Жене привет. Александр С. Новостной канал плавными движениями превращается в эротическо-развлекательно-познавательный канал. Уже резиновых кукол для взрослых рекламируют. Где кукла? Покажите мне, да, где. Да, что-то там такое, мелькало там. А, да? Ну ладно. Вот, вы просили хорошие комменты, их есть у меня. Сегодня посмотрел ваш эфир «Кефир». В целом неплохо, но есть пожелание Анины, госпоже Сисиной. Купите, пожалуйста, грецких орехов для повышения работоспособности мозга и отмерите смартфон. Я не понял, от орехов? От орехов Кристина у меня Николаевна только... отрастет грудь пятого размера. Они говорят про мозг. Не, на самом деле грецкие орехи очень вредны для поджелудочной железы, особенно натощак, поэтому, слушайте, не рекомендую. А вообще, в принципе, для мозговой деятельности еда не особо помогает. Тут как бы только знания. А товарищу Шеремету установите софт в виде фильтра языковой речи. Все ж таки взрослый человек, а мат-перемат стоит, будто пальцы отбил, когда сапоги ремонтировал. Добра и успехов в работе, новости в общем хорошие. Слышь, блин, ну это чудовищная клевета. Когда я матерился? Я хоть раз при Кристине Николаевне сегодня сматерился. О, да, вы сегодня орали. Все орали, вы только так. Я не кричал. Я сказал мелкий. И это не матерщина. Кстати говоря, вот вы не можете смотреть, как он матерится, а я не могу смотреть, когда он это делает. Такой взрослый человек! Мат-перемат! Я не могу на это спокойно смотреть. Я не буду так больше. Сергиус, Кеша, давай на батл с Соловьевым. Что, думаете, победите Соловьев? Да, он боится меня, поэтому боится на батл. Он вас не знает, просто поэтому и боится. Ну, если честно, это правда. Вот, короче, я потренируюсь еще на товарища Сисины и скоро брошу вызов. Вы думаете, вы меня побьете? Иван Сергеевич, она замужем. Кто опять, она? Опять началось. Бабища. Антон Шариков. Нет, Шариков, Шарков. Баба Зачет. Илья Леньков, Шеремет без мата. Это нюнсенс. Да я же доказал, что я не матерюсь. Докажите еще раз, давайте. Да, раз, да два, не три. Раз, два, три, все. Никита Грачев. Или Сисина разденется, или я сваливаю. Грачев, Антон сваливай. Антон Антоненко. Сваливай. Кто такой Шеремет? Вот а ему отвечает тоже Федор Малюткин. Не гоните на Шеремета. Кто такой Шеремет? Расскажите вот, людям. Не гоните на Шеремета. Кто? Шеремет здравый мужик, без пафоса и лицемерия. Как вам доставляет удовольствие, когда Андрей про вас что-то хорошее пишут? Идите работайте, а то языком чесать умеет каждый. Иди сюда, иди чеши. И накиньте Сисина, рулят, удачи, лайк за Сисина. Ян давайте, Горин. Что ли, петулечку мне, раз уж про нас хороший комментарий. Да другой рукой! Нет, ой, неумеха! Ян Горин. Рука у него занята. Ну вот это начались эротические фантазии. Боже. Я бы с Кристиной переспал за 500 тысяч рублей пару ночей. А это я ему должна деньги дать? Что? Он тебе предлагает. А, серьезно? Что? А я думала, я ему должна денег. Сисина-то, конечно, супер. Но с Шереметом не сравнить. Ой, Шеремет ой, хорошо выглядит, какой. Стал на фоне Сисиной. Вывод. Все супер, все молодцы. Я не поняла, это я настолько убогая, что вы на моем фоне лучше выглядите или что? На самом деле, вот Дота 2 пишет. Сисина топ. Михаил Тертышный, я бы вдул. Господи, Михаил, да кто ж тебя даст-то?
Вариус, ну тут что-то про Жирика. Нет, он не захотел читать, там написано Сисина дура. А по поводу Сисина дура, слушайте, мы последний раз на заборе так написали в 8 классе. Боже мой, где ваш мозг? Я объявляю конкурс на самый умный негативный комментарий. Не, серьезно, почему вы пишете какую-то хрень? Вот за это я бы поставила 2. Где нормальные гадости? Где реальные гадости, которые могут обидеть? QH пишет, Черемет, ты же бедлан неотесанный. Посмотри на себя, на свою речь. Куда ты лезешь? Не покажут тебя на ТВ. Ну и дурочка рядом подыгрывает. Слышь, вот баклан QH. Вот кто, таких же бакланов, как ты, очень много, кто для них будет новости делать? Ну вот мы вынуждены делать.